вы на канале Viva Decor. Сегодня начинаем делать цветы на плоском основании для декорирования фотозоны или же для крепления на стену. Для этого нам понадобится гофрированная бумага номер 600 или 603. Ножницы. Заготовка из картона, круг диаметром 15 сантиметров. Золотистые бусы для серединки, хомут для крепления на стену. Вот такие зажимы, чтобы сэкономить время, которое уходит на застывание клея. И пистолет с горячим клеем. Прежде всего, нам понадобится 8 или 9 лепестков самого большого размера. Для этого мы отмеряем где-то 12 сантиметров гофрированной бумаги и сворачиваем. У нас получилось 3 размера лепестков. Теперь приступаем к их скручиванию. Для этого мы берем лист гофрированной бумаги, складываем его пополам. Делаем вместе сгиба вот такую гармошку. То есть у вас получается такой большой бантик. Перекручиваем ее несколько раз. И потом правую часть бумаги вкладываем в левую часть. И аккуратно растягиваем. Наносим немножко клея посередине. Теперь наносим клей с внешней стороны и складываем лепесток в такую тоже гармошку. Делаем такие складочки. Затем переворачиваем, наносим несколько каплей клея и задней части тоже. А теперь настала очередь прищепки. Для того, чтобы сэкономить свое время, мы перепоручим это сделать прищепки. Вот такие у нас получаются лепестки. Теперь начинаем собирать цветок. Сначала можно разложить нижний ряд лепестков, которые самые большие, 9 штук, на поверхности, на столе. Посмотреть, что получается, и потом уже начинать клеить. Клеить будем картону с нижней части, то есть не сверху, не сюда, а вот сюда. К приклеиванию второго ряда. Если вы хотите сделать его не плоским, а более выпуклым, то следует растягивать лепестки не только вверху, но и в этой части. И клеить тогда вот таким образом. Еще раз посмотрите разницу. Если вы не растянете в этой части, лепесток будет вот такой плоский. Если вы хотите более объемный, тогда вы должны растянуть его не только сверху, но и ближе к низу. И уже вот таким вот образом между лепестками предыдущего ряда клеить второй ряд. Во втором ряде лепестков мы наносим клей не с верхней части, а с нижней. Наносим клей и приклеиваем между лепестками двумя предыдущего ряда. Вот так. Приклеиваем серединку. Для этого наносим
клей посередине. В качестве серединки я использую золотистые глиттерные бусы. Можно использовать пенопластовые шарики или бусы другого цвета. Если нужно сделать именно золотые, просто покрасить их золотистой краской, смазать клеем и посыпать глиттером. Очень важно посыпать глиттером, потому что он дает именно такой интересный эффект, который не дает просто краска. Сейчас я раздвину вот здесь лепестки и сделаю несколько дырочек для крепления. Добавляем хомут. Готов. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.